В Нарьян-Маре состоялось торжественное открытие детского технопарка «Кванториум». Это образовательное пространство, где созданы самые современные условия для обучения детей в возрасте от 10 до 18 лет по 7 направлениям. Екатерина Дементьева продолжит. Мише Пластинину всего 13, но он уже точно решил, что станет архитектором. Приблизиться к мечте помогает 3D-моделирование, которым он занимается уже год. За это время было выполнено несколько работ в процессе, проект квартиры и даже 3D-модель Нарьян-Мара. Я считаю, что 3D-моделирование будет очень востребованным в будущем. И большинство профессий как раз будут связаны с 3D-моделированием. И поэтому это еще очень интересно для меня. В «Кванториуме» будут работать кружки по 7 направлениям. И, несомненно, сердцем всего технопарка считается именно хай-тек «Квантум». Здесь есть все, чтобы реализовать любую идею. У нас в мире такой темп всего технологий, такой темп, что нужно максимально сокращать время от идеи до прототипа, до вот какого-то прототипирования модели. И вот хай-тек как раз наш квантум, технологический квантум, где они могут, если сегодня утром пришла идея какая-то что-то сделать, он может быстро это смоделировать и на 3D-принтере тут же напечатать. Компьютеры, 3D-принтеры, лазерный гравер. В хай-тек квантуме только самая современная техника, которая используется на производстве. Это тоже очень крутой фрезерный станок. Это, наверное, один из самых дорогих наших приобретений. Тоже фрезерный станок, полностью автоматизированный, то есть изначально задается какая-нибудь программа с моделью, вот, запускается сюда, и машина уже полностью автоматически подбирая определенные насадки, делает без управления человека абсолютно. Стык инженерии искусства «Промдизайн Квантум». Сюда закупили самые современные графические планшеты, интерактивные доски и компьютеры. На этом оборудовании наставники будут помогать квантарианцам учиться думать о вещах в другой проекции – проекции будущего. Здесь обучающиеся будут проектировать, создавать новые обыденные вещи повседневной жизни, то есть какой-то под новым форматом, под новым углом, уже более творческие, с таким немножко инженерным укладом. То есть такая эстетика и инженерия здесь. Также у нас ребята здесь будут учиться создавать сцены, персонажей в 2D, 3D пространстве. У нас есть аппаратура для того, чтобы, например, распечатать их, чтобы можно было уже потрогать, или же анимировать их. «Кванториум» — это площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, нацеленная на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. В IT-квантуме с детьми мы будем изучать объектно-ориентированный язык программирования Python или Python. Сейчас он самый динамичный и популярный, самый востребованный этот язык программирования. Я думаю, что он еще будет очень долгие годы занимать лидирующие позиции, поэтому сейчас его изучать не поздно. Работа в «Кванториуме» выстроена так, что детей учат учиться. То есть наставники не передают ребенку только лишь накопленные знания, а учат его задавать вопросы, работать с большим объемом информации и верифицировать ее. Мы изучаем на самом деле не только саму робототехнику, не только механику, да, какую-то. Тут у нас есть все, и физика, и информатика. Ребята учатся, во-первых, строить роботов, какие-то механизмы. Они учатся программировать микроконтроллеры, которые управляют этими роботами. Мост Леонардо, закон Архимеда и другие прикладные примеры некоторых физических законов можно увидеть в Интермузее. Кроме учебных помещений, здесь оборудована и шахматная гостиная. Детский технопарк «Кванториум» – федеральная сеть детских технопарков, где дети получают дополнительное образование. Это уникальная среда для ускоренного развития детей по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Я в полном восторге. «Кванториум» – это какое-то маленькое чудо. И дети совершенно счастливы, потому что то, куда они попали – это маленькая сказка. Мы, взрослые, об этом могли только мечтать. Если вы видели, какие современные технические средства, настолько увлекает, что мне кажется, даже те, кому далеко за 18, с удовольствием бы пришли сюда и занимались. Технопарк рассчитан на возрастную категорию от 10 до 18 лет и предусматривает ежегодное бесплатное обучение на постоянной основе не менее 800 детей. Набор в детский технопарк «Кванториум» продолжается. Достаточно просто заполнить форму на сайте навигатора дополнительного образования.
Екатерина Дементьева, Антон Гудряков, телеканал «Север».